107 жителей Усть-Камчатска сменят аварийное жилье на новое. Сейчас в поселке ведется строительство двух домов общей площадью около 3250 квадратных метров. После завершения строительства 60 камчатских семей смогут получить ключи от благоустроенных квартир. В краевом правительстве рассказали, что несмотря на достаточное финансирование, сроки сдачи объектов неоднократно переносились. Было принято решение взять строительство под особый контроль краевых властей. Ход работ проинспектировал Владимир Илюхин. В правительстве отметили, что сейчас строительство ведется хорошими темпами, и до конца июня подрядчик намерен ввести дома в эксплуатацию. Нерешенных проблем нет. Безусловно, проблемы у подрядчиков в том, что не вовремя выплачивается заработная плата. Это очень трудно удержать людей на стройке. Но уверенность в том есть, что мы на июнь нацелены, чтобы в июне этот дом сдать. Он уже практически на выходе. Остались такие работы, ну, незавершенка обыкновенная. Поэтому уверенность есть такая. В обязанности подрядчика входит и обустройство прилегающих территорий. По условиям заключенных контрактов бригады забетонируют пешеходные зоны и парковки, устроят игровые комплексы для детей. Глава региона потребовал от Минстроя края и муниципальных властей организовать ежедневный мониторинг ситуации на стройобъектах.